сегодня лед станет нашим. Пятый этап Гран-при 2019 по фигурному катанию пройдет в Москве. Королева четверных прыжков Александра Трусова соскучилась по дому. Александра Трусова! Прыжковую революцию Саша устроила на Гран-при в Канаде в образе владычицы драконов Дейенерис из «Игры престолов». Эмилия Кларк оценила мастерство Саши и передала привет. В царстве Трусовой надежный тыл. Два брата. Они будут болеть за Сашу сегодня. И свой домашний дракон в миниатюре. Чихуахуа Тина кое-что понимает в моде. Специально для нее шьют платье в тон Сашиным нарядом. Поэтому на соревнования Саша и Тина чемодан собирают вместе. Во, смотри, какой цвет, мам. Берем синьки? В Канаде Трусова, конечно, не смогла пройти мимо зоомагазина. Во, коляску, мам, коляску берем для собаки. Возьмем? Хорошая коляска, надо брать. The skaters of Group 1 may now take the ice for their practice.